Галерея портретов «Бессмертный полк» с изображениями героев Великой Отечественной войны выставлена в холле СМ-клиники. Инициативу изъявили сотрудники и предложили поучаствовать в акции своим партнерам и пациентам, заранее сделав рассылку по почте. Понимание этого праздника приходит с возрастом, но чем дальше мы от него становимся, тем труднее нашему поколению, новому поколению, нашим детям и их уже теперь правнукам оценить события тех лет, которые вошли в историю с кровью и потом. Портреты героев войны сопровождаются короткими историями о каждом из них. Это мой дедушка Ёшкин Алексей Филиппович. Он в 1941 году с октября месяца участвовал в Великой Отечественной войне. Это мой дед. Он воевал, прошел всю войну с 41 по 45 и окончил ее в Европе, в Праге. Он был наводчиком в минометном полку. Истории эти бережно хранят в каждой семье, передавая из поколения в поколение. Мамы рассказывают детям о великом подвиге и его значении для нас, всех людей мира. И дети понимают и принимают эту эстафету памяти. Чтобы прекратились войны все на свете! Чтобы улыбались, а не гибли дети! Дети сотрудников СМ-клиники и пациентов читают стихи о войне. Увидеть их можно на экранах в клинике. На выставке «Бессмертный полк», кроме прочего, представлены архивные документы, наградные справки, письма военных лет. Несмотря на трудный для всех нас период, память живет. И даже в условиях самоизоляции можно найти возможность почтить героев былых времен.